Масло под глаза. Фу. Масло под глаза. Зря потраченные деньги. И супер действенный. Но фанатом я не стала. Так что да, могу рекомендовать. Целую неделю не было солнца. На тебе. Всем привет! Сегодня небольшая зачистка перед Новым годом. Обзор пустых баночек. Закончилось много всего любимого. Не затягиваю. Давайте приступим. Вы не поверите, у меня закончились румяна. Первый год использования мне казалось, что они очень быстро расходуются, и я уже готовилась к тому, что максимум они мне послужат полтора года. А они были в моей косметичке около 3 лет. Это марка Tom Ford. Дорого, но в этом случае абсолютно оправдано. Во-первых, здесь такой интересный финиш. Это как и румяна, и хайлайтер, два в одном. И они так красиво, так вуально ложились на кожу, но при этом давали оттенок. Я никогда в жизни ими не перебарщивала. И я не видела настолько красивого персиково-золотистого оттенка, который моментально освежает лицо, который, даже можно сказать, универсальный, потому что бывают такие персиковые румяна, которые иногда смотрятся как-то рыжими на лице, иногда какими-то оранжевыми, непонятными, а этот был очень удачным, и несмотря на то, что здесь по краям еще есть небольшие остатки, я уже не могу равномерно это все набрать на кисточку и нанести на лицо, но я просто фанатела от этого оттенка, назывался он Love Last номер 01, и я нигде не видела их в продаже. В нашем Дугласе, в тех магазинах, которые доставляют в Польше, их нет. А я с удовольствием купила бы их. Лучшая тушь этого года – это марка Evelyn. Я много раз о ней рассказывала, и я снова ее купила. Мне нравится ее формула. Она такая кремово-гелевая, не осыпается, не отпечатывается, красиво прокрашивает реснички. Сегодня она снова у меня на ресницах, при том, что у меня в некоторых местах повыпадали реснички, и такие голые места, ну просто они обновляются. И даже в таких ситуациях она делает из моих ресниц веер. Они у меня не слишком густые, не слишком объемные, но длинные. И она придает всего по чуть-чуть. Делает взгляд таким распахнутым, ее можно наслаивать. Здесь удобнейшая силиконовая щеточка, которая абсолютно не колет глаза. И ею можно выложить реснички так, как нужно вам. Она фиксирует изгиб. И ее хватает где-то на 1,5 месяца. Ну, я много туши расходую, если честно. И потом она начинает подсыхать, может немножко осыпаться, но 1,5 месяца, даже 2, если вы наносите меньше туши, чем я, она будет служить верой и правдой, и однозначно покажу ее и в фаворитах года. Умывалка, которая мелькала в моих роликах, но я как-то ничего подробно о ней не рассказывала, я покупала ее на iHerb. Она немножко пенится, и по моим ощущениям, она хорошо подойдет на лето или на любое время года для комбинированной или жирной кожи. Сейчас, когда у меня более сухая кожа, я также делаю всякие кислотные пилинги, я выбираю что-то понежнее. Я сейчас просто влюбилась в нежнейшую кремово-гелевую умывалку от Cosrx. Но если у вас такая кожа, как я сказала, то вам понравится, она досмывает макияж, а после нее нет какого-то очень сильного ощущения стянутости. То есть я ею пользовалась тогда, когда было жарко, она убирала весь жир с лица, все какие-то остатки макияжа, или после мицеллярки я даже спокойно ее умывалась, и у меня была чистая кожа. Так что да, могу рекомендовать, она недорогая, ее она очень-очень долго хватает. Крем под глаза, которым я пользовалась большую часть года, до октября, потом он у меня закончился, и я сейчас перешла на очень неплохой крем от марки Lumine. Он классно увлажняет кожу, защищает от пересыхания, оставлю вам ссылочку внизу. А вот этот Eisenberg я обязательно буду вылавливать где-то на скидках. Я очень сильно любила его за универсальность, потому что я могла нанести его и на ночь для хорошего увлажнения, и под любой консилер, под любой макияж. Он никогда не капризничал, не скатывался, не пересушивал. Также удобная упаковка с помпой, только я никогда не знала, когда же он у меня закончится. То есть я понимала, что она становится легче, но когда настанет этот момент, это всегда был большой вопросительный знак. Здесь также хороший объем, целых 30 мл, и мне показалось, что при длительном использовании он действительно осветляет, немножко освежает область под глазами. Я обязательно когда-то его повторю. Как там говорят, на подарки не жалуются, но мне здесь можно. То ли летом, то ли весной муж подарил мне красивенный набор от марки Rituals. Это приятно получить именно в подарок. Но сама я не отправлюсь в Sephora, чтобы снова так сильно потратиться и купить самое обычное мыло для рук, которое сейчас вот осенью еще и начало подсушивать кожу. Нет, ничего особенного, и даже если вы любите ароматы, которые не просто приятно благоухают, а которые надолго остаются на вашей коже, на вашем теле,
то я ничего такого на себе не прочувствовала. Также у меня была их пена для душа. Ну, не знаю, вообще я не поняла, почему так дорого. Да, красивое визуальное оформление, но фанатом я не стала. Один из моих самых любимых автозагаров для тела – это, знаете, дешево и сердито. С ним у меня никогда нет пятен, разводов. Я всегда выбираю бальзам именно для светлой кожи. У него такая гелевая текстура, конечно, он дополнительно не увлажняет. Не ждите от него ухода. Он просто дает такой легкий, красивый оттенок настоящего загара. То есть это не эффект апельсина, это слегка поцелованная солнцем кожа. Очень люблю за то, что быстро впитывается. Вот я намазала тело, потом, пока нанесла весь уход на лицо, я уже готова одевать пижаму. Он не пачкает постель, пижаму, все остальное. Из минусов только то, что он довольно быстро смывается, потому что это светлый оттенок. Классика жанра моего мужа – очередная пенка для умывания от марки Benton, при том, что она очень сильно очищает. Я не замечаю, чтобы у него больше жирнилась кожа, и он всегда очень нервничает, когда он недоумоется, и когда нанесет какой-то увлажняющий крем, у него блестит лицо, у него жирная, пористая, такая плотная кожа. И он говорит, что мне нужно такое средство. Постоянно обновляем одно из его любимых средств. Придется мне попрощаться с остатками любимых помад MAC. Одна из них, вообще это первая помада MAC, которую я, внимание, заказывала из Америки. Этот цвет был настолько популярен, что его невозможно было поймать в стационарном магазине, во всех онлайн-магазинах. Так что я через посредника заказала из американского сайта MAC. Оттенок Velvet Terry. И вы знаете, если сравнить его, например, с Charlotte Tilbury Pillow Talk, которая также является теплым нюдом и сейчас мега популярна, так вот, я с удовольствием повторю помаду MAC, потому что у нее тоже матовая текстура, но она не так сушит губы, она более красиво, более приятно наносится на губы. Charlotte Tilbury прям так тормозит по моим губам, она подчеркивает все шелушения. И с ней мне не очень комфортно. Я бы никогда ее не купила снова, а вот эту я обязательно приобрету. И мне также нравится оттенок у помады от MAC, потому что с ней зубы у меня не желтые. И одна и вторая – это теплые нюды. Но вот как-то Velvet Teddy на мне смотрится более гармонично. Это, конечно же, зависит и от цвета эмали наших зубов, и также от кожи, и еще много от всего. Но лично для меня вот этот теплый нюд является более подходящим. А если вы ищете красивую помаду в нежно-розовом, таком бледном нюде, то есть в этом оттенке MAC, который называется Faux, есть немного чайной розы. Это не помада в цвете корректора, это не теплый нюд, и она не настолько холодная, чтобы отдавала в лиловый. Это такой правильный, очень красивый коричнево-розовый оттенок нюда, который фантастически будет смотреться на девушках со светлой кожей. Это более выигрышный оттенок, чем, скажите мне, один из тоже популярных таких, сейчас вылетело из головы. Ну, в общем, это одна из моих любимых помад MAC, и почему я с ними прощаюсь? Потому что им года так 4, и у этих двух помад появилась такая неприятная отдушка старого масла. Но за такое время каждая помада имеет право испортиться. Но по текстуре ни одна, ни вторая не изменили своих свойств. Это сатиновый финиш у помады Faux. И она на губах очень красиво и выглядит, и ощущается, и относительно долго держится. То есть, если вы съедите какой-то жирный обед, то, конечно, она этого не выдержит. Но если вы хотите помаду, которая будет красиво смотреться и на возрастной коже, и на сухих губах также, если вы ищете такой слегка розоватый, красивый, правильный оттенок нюда, то очень советую помаду Faux от марки MAC. Тема волос и укладок никогда не была для меня актуальной, но сейчас она вообще для меня закрыта, потому что мой дерматит проявляется на фоне аллергии именно на голове. Я и так особо ничего с волосами не делала, а теперь я вынуждена пользоваться ограниченным количеством шампуней, и от большинства шампуней у меня появляется такой зуд, что спать невозможно. И вот когда более-менее было в порядке, я перешла на шампунь от Desert Essence. Он очень классно отмывал волосы, они с ним такие шелковистые, переливаются, блестящие.
А когда все совсем плохо, то кроме Виши меня ничего не спасает. Сейчас я пользуюсь версией для чувствительной кожи головы, которая снимает зуд и убирает перхоть. Перхоти у меня нет, но действительно после шампуня Виши мои волосы хоть как-то выглядят. И я даже была у дерматолога, она назначила мне шампунь из аптеки, которым нужно пользоваться один раз в две недели. Говорю, а что делать в остальное время? И она тоже посоветовала мне марку Виши. А вот это моя... Нет, подождите, это не та. Я была уверена, что это витаминная серия, но вот эта детокс мне также понравилась. Одна из моих любимых линеек витаминная. Мне нравится там и шампунь, и кондиционер, который я иногда использовала как маску. Вот эта детокс тоже классная. И после них волосы не торчат как антенны, они даже не электризуются, когда за окном холодно, и не так быстро жирнятся. И еще мне очень-очень нравится маска с маслами, тоже из вот этой линейки Dercos или Dercos, я не уверена, как правильно произносится. Но если у вас так, как у меня, чешется голова, то попробуйте версию именно против перхоти. Вот дерматолог дала мне 4 таких пробника, и я потом купила уже большую такую банку с помпой. Самый лучший питательный крем под глаза, который я когда-либо пробовала. Здесь в составе есть натуральные масла, и он такой плотный по своей консистенции, но хорошо впитывается, и на холодное время года у кого требовательная, очень сухая кожа под глазами, возрастная. Если вы наносите плотный консилер и вам нужно что-то восстанавливающее под него, что также не будет скатываться под макияжем, к сожалению, бренд Афродита не представлен в такой свободной продаже в Польше. Я покупаю эти кремушки или на косметических выставках, или же моя подруга вот следующую баночку привезла мне из Хорватии. Он недорогой, но при этом супер качественный и супер действенный. Если можете где-то купить, если найдете онлайн, то от души вам советую, вы не разочаруетесь. Почему же я недопользовала это чудо, спросите вы? Только по той причине, что баночка у меня уже очень давно открыта, потом я положила его в дорожную косметичку, и он там просто испортился. Спустя какое-то время я поняла, что появилась неприятная отдушка, и я с удовольствием открою следующую, потому что как раз сезон, закончится мой крем от Люмине, и я вернусь к этому. Пожалуй, это моя любимая сыворотка от La Roche-Posay. Здесь 10% витамина С, гиалуроновая кислота и, насколько я сейчас помню, еще и салициловая кислота. Она хорошо увлажняет, она выравнивает текстуру. И вот когда я ею пользовалась, а это была где-то середина лета и начало осени, я прям каждый день ее использовала, моя кожа была в отличном состоянии, у меня не было никаких высыпаний. Куда бы я ни ехала, я везде ее с собой возила, и для меня это был залог красивой кожи. Все очень просто. Единственный момент, за который я могу ее поругать, это то, что в конце она начала немножко пачкать подушку, оставлять на ней такие оранжевые разводы. Но сначала я этого как-то не замечала. Возможно, я пользовалась ею дольше, чем указано на упаковке. Мне нравилось то, что у нее гелевая текстура. Она не до конца впитывалась, то есть моя кожа ее максимально выпивала. Но мне нравится, когда сыворотка впитывается не насухо, то есть она не оставляет нашу кожу такой, знаете, как бумага. Вот трогаешь, она такая прям шерсткая. Нет, эта сыворотка уже сама по себе хорошо увлажняла. И, конечно, я чувствовала и видела, ощущала и тактильно, и в зеркале, и как угодно действие витамина С. Просто обожаю. Этот год прошел под знаком тоников от Pixi. Вот не знаю, что они там намешали, но в основном все отлично на мне работают. И если бы я выбирала один, то, наверное, им стал бы вот этот с ретинолом. Он чудесно осветляет кожу, выравнивает текстуру, убирает какие-то несовершенства, не пересушивает, не вызывает раздражения, как иногда бывает с гликолевыми тониками, с какими-то миндальными. Кстати, надо попробовать молочный. Молочного у меня никогда не было. Я думаю, что я тоже оценю его действие. Это, наверное, был один из моих первых ретинолевых продуктов. И мне кажется, что с него как раз очень логично начинать свое знакомство именно с ретинолом. С антивозрастным компонентом. С ним кожа быстрее обновляется, с вот этим тоником. Ну и с ретинолом в целом, понятное дело. Здесь, конечно же, маленькая концентрация. И я даже им пользовалась и весной, и летом. У меня не появилась пигментация. Он убирает все какие-то точки, постакне. В основном у меня не то, что появляются прыщи, я вижу какую-то забитую пору, и я могу из нее сделать такой вулкан, который увидят даже из космоса. Короче, мне опасно самой себе чистить кожу, но для того, чтобы поддерживать ее максимально
чистом, ухоженном, таком свежем виде я использую ретинол и сейчас легкие кислоты. И вот этот ретиноловый тоник – это мой must-have в уходе, который я уже заказала снова. Я покупала его на iHerb. А вот этот с розой мне пришел в какой-то рассылке, если мне не изменяет память, и я сама его не купила бы, потому что это не такой бюджетный бренд, да, и мне кажется, что можно найти что-то подешевле, точно такое же по действию, или же еще более увлажняющую бомбу, например, среди корейских тоников, тонеров или эссенций. Так что тут уже смотрите сами, если хотите попробовать, то рекомендую, этот тоник действительно увлажняет. И вот чем бы я ни пользовалась от марки Pixi, за какими-то редкими исключениями, я могу сказать, что эта уходовая косметика хорошего качества, и она положительно проявляет себя на коже. Ну а в целом тоник с розой мне очень даже пришелся по вкусу, потому что он и смягчает, и увлажняет кожу сразу после умывания, и подготавливает к очередным этапам ухода. И я даже балдела от аромата розы. Он здесь настолько натуральный, он очень похож на то, что растет у нас в саду, и это не такая пыльная роза, которая ассоциируется с каким-то таким старомодным уходом. Мне очень понравилось. На самом деле я очень любила эти тени для бровей от марки Benefit и долгое время ими пользовалась, и даже виден расход. Идеальный оттенок, эта палитра у меня в первом оттенке, и очень хорошо подойдет и русым девчонкам, и таким блондинкам, как я. Это правильный серо-коричневый цвет, есть и темный оттенок, и светлый, они не пылят, они минимально расходуются. Что же не так? Они замылились, то есть сверху появился такой как бы жирный налет, что ли. Я пробовала убрать его один раз, второй, третий при помощи щеточки и поняла, что так дело не пойдет. Они очень быстро затираются. Возможно, это моя вина, потому что сначала я наношу тональный, а потом кисточкой прокрашиваю брови. И, возможно, каким-то образом вот эти увлажняющие вещества с моего тонального крема, которые волей-неволей оседают на бровях, ну, между волосками, попадают сюда, и я вот так пользуюсь как-то неразумно этим средством. Я поняла, что они просто перестали набираться на кисточку, поэтому, увы и ах, мы прощаемся. Напишите, как у вас обстоят дела с этим продуктом. Я им пользовалась больше 2 лет, и они мне очень нравились, эти тени, но, к сожалению, вот такое случилось. Патчи под глаза от марки Elsonic. Это один из моих любимых брендов. У меня уже закончились зеленые с зеленым чаем, вот эти желтенькие с центеллой азиатской. И если сравнивать вот эти две, то могу сказать, что эти самые питательные, самые восстанавливающие. Они не жирные, но вот снимаешь патч и понимаешь, что кожа прям очень хорошо напиталась, не просто что-то там освежилось, что-то там якобы произошло, и ты сидишь и рассматриваешь в зеркале, что прям по ощущениям понятно, что кожа такая более восстановленная, что ли. Здесь хороший состав, здесь в самом патче есть растительные частички. Я не знаю, насколько это влияет на эффективность патча, но по факту могу сказать, что на мне они работают, особенно тогда, когда я ощущаю дискомфорт под глазами после перелетов, когда я устала, когда я не выспалась, когда я не высыпаюсь, у меня такое впечатление, что у меня прям тяжелые веки, все лицо хочет отвалиться, если оно еще и накрашено. Вот настолько мне некомфортно, как будто, вы знаете, с похмелья, если я не высыпаюсь. И тогда патчи как-то помогают мне немножко восстановить кожу. Конечно, организму по-настоящему может помочь только здоровый сон, но когда я ищу какую-то палочку-выручалочку, чтобы хотя бы выглядеть презентабельно, я пользуюсь этими патчами. И у меня еще есть розовые, а потом я буду искать способы, как доставить их сюда, в Польшу, потому что очень сильно они мне полюбились и пользовалась огромнейшим удовольствием. Бесполезнейшая эссенция от марки Fresh с черным чаем, с камбучей. Я решила, что я не стану мучить себя, потому что я вижу, что моей коже чего-то не хватает, и она не делает ничего за такие деньги. Так что я перешла на другую эссенцию. Я поняла, что для меня в ней нет никаких компонентов, которые, ну, хоть что-то сделают. Ну, если хоть как тоник обычный эта штука увлажняла, я уже была бы благодарна. А так вот, зря потраченные деньги. По-моему, стало светлее, вам не кажется? Я снимаю у окна при дневном освещении и даже как-то веселее, позитивнее стало. То темно, да темно, просыпаешься — темно, заканчиваешь работать — тоже темно. Вот прям аж обрадовалась.
Масло для губ от марки NARS из линейки Оргазм. Это была лимитка. Я бы очень хотела, чтобы это средство ввели в постоянную продажу, потому что это что-то уникальное. Это и масло для губ, которое хорошо восстанавливает, увлажняет, питает. Ну, короче говоря, делает все прекрасное с нашими губами и смотрится как блеск, при этом не растекается, не липкая штука, и придавала такой нежно-розовый, очень чувственный оттенок. С удовольствием, прям вот видите, практически съела его. Довольно быстро у меня израсходовалось, потому что каждый раз, когда мне нужно было чем-то накрасить губы, я красила вот этим блеском маслом. И еще прикольно было то, что он как бы тинтовал губы, то есть, когда уже это масло впитывалось, там, не знаю, я что-то выпила, съела, нежный розовый оттенок оставался на губах. Я очень сильно полюбила NARS, пожалуйста. Введите в постоянную продажу, я буду вашим клиентом, буду вашим самым первым клиентом, который побежит с денежками. Тень для век от марки Armani. Это 11 оттенок, сейчас они продаются в других упаковках, но цвет остался таким же. Не понравится тем, кто любит насыщенные, такие яркие макияжи, кто ищет плотность цвета. Это вуальный оттенок, который как будто не виден на глазах, но когда я им накрашена, вы всегда задаете вопросы: Оля, а что это такое красивое? Он ложится полупрозрачно. Я заметила, что когда вот эти вот тинты долго моей косметички, они со временем, там, через год, через полтора начинают подсушивать веки. Возможно, они уже как-то подсыхают и появляется такой эффект. Поэтому, если вы уж тратитесь, то пользуйтесь регулярно такими средствами. И это такой, казалось бы, золотой оттенок, который иногда и чем-то серым отливает, и розовым. И очень красиво сочетается со многими другими оттенками. И с лиловыми, и с коричневыми, и с красноватыми. Всегда с ним у меня очень красивые макияжи, и я куплю и себе, и маме, потому что даже вот мама, она смуглее, но на ней он смотрится очень красиво. Он как-то освежает, молодит. Я не люблю перегруженный макияж глаз. Вот то, что я накрасила сегодня, это, наверное, максимум, что я могу себе позволить в течение дня. Все остальное для меня это вечерний макияж. И вот когда я понимаю, что выгляжу очень уставшей, я наношу немножко этого тинта, наносила, вот, и дальше какие-то тени в складку и поярче губы. И всегда вот это моментальный фреш на лице. Мне очень нравился, я один раз использовала полностью. И вот сейчас тут уже прям остатки на стенках. Просто нужно купить новый. Я это сделаю. Молочко для тела с ароматом жасмина от марки Корес или Корес, как правильно читается. Мне его присылали Look Fantastic. Здесь 92,4% натуральных компонентов в составе. Очень приятная отдушка. Если вам нравится аромат Alien, Код, Armani, то я думаю, что ну, это не парфюмерная отдушка, это именно жасмин. Просто в этих ароматах, которые я упомянула тоже, в основе есть именно жасмин. И этот аромат от бальзама очень долго ощущается на коже. И каждый раз, когда я пользовалась им и приходила в кровать, думала, что так вкусно пахнет. Причем вкусно не так, что хочется съесть, а вот прям такая благородная отдушка. Это белые цветы с такой легкой-легкой молочной ноткой. Это не так, как будто вы окунулись просто в ванну с жасмином. Нет, это более деликатно, более нейтрально звучит на коже. И мне нравился он по эффекту. И здесь также в составе есть витамин В5. А вот весной, летом это было самое то. На зиму при моей экстремально сухой коже мне нужно что-то поплотнее. Но быстро впитывается молочко, и я бы с удовольствием приютила еще одно такое же. Любимейший крем для лица от марки SkinCeuticals. Дорого, это мягко сказано, но тут не жалко каждой потраченной копейки, потому что он отрабатывает себя не на 100, а на 110%. Это лучший восстанавливающий, укрепляющий, даже можно сказать, насыщающий кожу, питательный крем, который по текстуре своей, казалось бы, такой плотный, и кажется, что он именно только на зиму, но он настолько хорошо впитывается в кожу, он ее успокаивает. Здесь мощные такие восстанавливающие компоненты и церамиды, и все то, что помогает избавить нашу кожу от стресса. Они без стеснения заявляют о том, что этот крем спокойно можно использовать после любой косметологической процедуры, которую вы выполняете, какие-то пилинги довольно жесткие. Этот крем можно и нужно использовать на все лицо,
он не печет, он не скатывается, он очень-очень быстро приводит кожу в норму. И это моя вторая баночка. Я думаю, что когда я напробуюсь всего того, что мне интересно протестировать, я снова вернусь к нему с поджатым хвостом, потому что это действительно лучшее средство, которое когда-либо бывало в моей косметичке. Два очень классных средства, которые по действию немножко отличаются, но как бы основой является энзимное отшелушивание. Вот этот пилинг от марки Elemis, я вам его показывала, что я уже докупила точно такой же, он в форме крема. И я наношу его прямо как маску, если вы пользуетесь кислотами, неважно чем, тониками, сыворотками, делаете кислотные пилинги дома, то энзимы в вашем уходе должны быть обязательно. Вот, они помогут убрать омертвевшие клетки с вашей кожи, которые были отшелушены кислотами. Вот, и вот этот пилинг, он смягчает кожу, то есть работает как отшелушивающее средство без единой частички. То есть если чувствительная, реактивная кожа, если вы не любите все скрабирующие такие, вы знаете, классические пилинги, вообще я советую переходить на что-то такое более нежное. Здесь есть гиалуроновая кислота, так что это, можно сказать, два в одном. И маска увлажняющая, и также отшелушивающее средство. Вот это же, это была пудра, которую мы наносим на ладошку, добавляем несколько капель воды и дальше на лицо. Здесь уже ощущались такие мелкие, даже это не частички, это как порошок, и он просто шлифует кожу. И при этом немножко пенится, можно использовать даже в качестве такого умывания, например, здорово зайдет, мне кажется. И у него аромат зеленого чая, очень натуральный и хватает бесконечно. Я покупала прошлой осенью, и, к сожалению, у меня часть рассыпалась. Вот так бывает. Я не закрыла его, перевернула, ну, короче, неважно, что с ним произошло, но все-таки большую часть упаковки я израсходовала. Если хотите попробовать какую-то энзимную штуку в вашем уходе, то можно спокойно присмотреться к вот этому средству от марки WishTrend. Я покупала его на iHerb. И последнее на сегодня – это пады с салициловой кислотой, которые были у меня очень долго. Если у вас проблемная кожа, если у вас какие-то локальные высыпания, если вы просто хотите немножко очистить свои поры, то советую тоже присмотреться к вот этой вещи. Я покупала ее опять же на iHerb. Здесь нет спирта, что немаловажно. Пады очень хорошо пропитаны. С одной стороны была такая ребристая поверхность, со второй гладкая. И вот когда я что-то там себе надавила или просто были высыпания, я протирала их этими падами, и каждая неприятность на моей коже заживала быстрее. На утро все было таким подсохшим, более спокойным. Уже язык заплетается. Я обязательно верну ее в свою косметичку. На этом у меня все. Я надеюсь, что видео вам понравилось. Оно было полезным и информативным. Если да, то не забудьте поддержать меня пальчиком вверх. Мне всегда очень-очень приятно. Все, всех целую, обнимаю. Пока-пока.